бутылочек. Бутылочек термос. Вот такая бутылочка. Она на 210 миллилитров. Она идет сосочкой. Это чтобы, когда переворачиваете, оно не проливалось. Клапан специальный. Вот внутри обычный металлический термос. Такая бутылочка на 240 миллилитров. Сюда вы просто наливаете теплую смесь той температуры, которая вам нужна. И он будет хранить температуру. Такая бутылочка. Она уже идет соской. Есть вот такая бутылочка. Она на 240 миллилитров. Также вот она сосочка. Мягкая, хорошая силиконовая соска. Внутри также стеклянный, ой, металлический сам корпус. Такая 650-750. И есть вот такой.